Всем привет, друзья! Меня зовут Декстер, и добро пожаловать на мой канал! Как вы помните, совсем недавно у нас был ролик с мошенником на Авито, который пытался обмануть пожилую бабушку. Вы охерели вообще? Вы мне испортили телефон, плёгу порвали, будете должны еще. Слава богу, тогда мой друг Майк сбил с него шапку, и вор просто испугался и по итогу убежал. Но я подумал, а что если я сегодня стану таким же вором, как тот мошенник? Но, конечно же, не по-настоящему, а понарошку. Сейчас объясню, что мы с вами сегодня будем делать. Короче, на одном популярном сайте объявлений я нашел вот такое вот объявление, где человек хочет обменять свой старый телефон на новый телефон. Как выяснилось по звонку, я с этим человеком созвонился, естественно, это был, ну, по голосу школьник. По-моему, это был школьник. Вот, сегодня я хочу встретиться с этим человеком и обмануть его по полной программе. У этого школьника, чтобы вы понимали, ребят, Honor 10. За 10 тысяч рублей примерно он стоит, и этот школьник хотел обменять свой телефон, вот этот вот старый, на любой абсолютно яблочный iPhone. Сегодня я, как настоящий мошенник, решил обмануть школьника и обменять его Honor 10, просто не мелочась, на вот этот вот iPhone 12 Pro. Но, к сожалению, этим айфоном уже пользовалась моя девушка, и его здесь, ребят, на самом деле даже нет. Это абсолютно пустая коробка, которую я взял у своей девушки, просто одолжил. Но так как эта коробка, ребят, слишком легкая, и любой человек абсолютно сможет понять, что там нет никакого телефона, я решил напихать туда каких-нибудь камней, положить грязи, короче, вот у нас камушки вот здесь вот есть. Ну что, вот столько у нас камушков получилось, кладем в эту коробочку. Блин, очень, на самом деле, мне страшно быть мошенником, потому что я мошенником, если честно, никогда в своей жизни еще не был. Вот, вот так у нас получилось, вы спросите, ну типа, здесь реально можно открыть вот так вот и понять, что там никакого телефона нет. Поэтому мы сейчас пойдем, специально приехали на рынок, запечатаем этот телефон абсолютно так же, как он продается в магазине. Уф, ребят, ну что, второй созвон с этим школьником. Сейчас я с ним созвонюсь и назначу встречу прямо сейчас. Мне очень страшно, потому что я не догадываюсь даже, как себя мошенник ведут. Надеюсь, что у меня получится быть мошенником. Так, в общем, звоним ему второй раз. Алло, здорово, Никит. Здорово. Слушай, с тобой созванивались насчет вот телефона, ты вот объявление выкладывал насчет обмена. Ага, ну вот смотри, я в принципе нашел, вот на что можно обменять, сказал, что подумаю, да, вот у меня здесь получается прошка есть 12-я. Вот, можем на, ну как бы на нее махнуться, то есть 13-й уже вышел, особо не резонно эту прошку хранить. Не такой хуй, чтобы менять на Honor. Да, мне, если честно, по барабану, типа, ну, я уже 13-й себе взял, поэтому, ну, как бы, ну, сделать человеку приятно, так сказать. Мне, ну, не знаю, хоть куда-то его сбагрить, и, как бы, хочется Android поиспользовать, а не Apple. Apple уже, ну, заебал, если честно. Я типа трали с доплаты. Ну, ну, с доплаты, не с доплаты, там пятерик накинешь. Да, без проблем. Нормально? Да. Ну все. Все, давай, короче, встретимся, встречаемся тогда у Бургер Кинга на Горбушке. Я тебе сейчас скину адрес, хорошо? Где-то через часик, давай. Окей. Все. Все, давай. Угу. Пока. Уф, мошенником быть на самом деле очень даже весело. Короче, вы, наверное, подумали, что Егор, ты что, совсем что ли охерел? А ты реально будешь обманывать школьников? Нет, ребят. Реально? Не, ну я буду обманывать школьника, но в конце я ему подарю, ребят, вот этот телефон. Это абсолютно новенький, запечатанный iPhone 13 Pro Max в голубом цвете, который хрен сейчас где найдешь абсолютно. Вы просто посмотрите, как он выглядит. Вы даже не представляете, что мне стоило найти этот iPhone. У меня даже еще не такой телефон. Я сегодня школьнику хочу вручить, после того, как его обманул, вот этот вот телефон, знак извинения. Но это просто, ребят, бомба. Стоит 135 кусков, ребят, 135 тысяч рублей. Я просто в шоке. Короче, мы сейчас запаковываем вот этот вот телефон, впариваем ему вот этот под видом нового 12-го, скажем, ну, он запечатанный, что ты будешь смотреть его. Если он купится, то потом догоним и вручим ему 13-й Pro Max. Блин, мне даже жалко, я как от души его отрываю, чуваки, как от души, я вам серьезно говорю. Все, идем запечатывать вот эти вот камушки. Ну что, друзья, я только что пришел в магазин, сейчас будем запечатывать наши камни. Вот так вот все это выглядит, смотрите, мы сейчас, да-да-да-да-да, прям крышечку надеваем, и вот эту пленочку прям... Это получается оригинальная пленка? Да. Я сейчас был
был в шоке, когда пришел и продавец мне сделал эту упаковку, знаете, но где-то прошло секунд 30 примерно. Реально, за 30 секунд он просто вставил вот эту упаковку и вот здесь вот приклеил. Все, готово, смотрите. То есть это стоило 500 рублей. Мошенники, представьте, как могут орудовать мошенники. За 500 рублей наклеивают пленку и непонятно что просто впаривают вам. Вот так вот, ребят, просто все это делается, оказывается. Ну и что, ребят, у нас уже все готово. Вот они, два айфончика. Это у нас 13 Pro Max, это у нас 12 Pro. Блин, вот прям так и хочется снять эту пленочку, как же мне хочется ее снять, но снимать ее не буду, потому что школьник уже, как я понял, едет в метро ко мне сейчас покупать вот этот вот телефон с камнями. Там, блин, послушайте. Это нужно быть на самом деле прям вообще таким, знаете, чтобы не догадаться, что что-то не то. Я впарю этот телефон однозначно. А вот на этом новом айфоне даже нет пленки. Так, кстати, стойте. Алло, здравствуйте. Алло, алло, привет, привет. Я, короче, сейчас выхожу из метро, буду минут через 5. Все, давай, я тут на парковочке стою, и здесь черный Мерседес. А, окей. Все, давай. Давай. Блин, я начал переживать, Я так в последнее время не переживал, как сейчас, и мне немного страшно. Все, ну, ты хотя бы можешь отойти немножко с камеры, почему? Он сейчас сразу поймет, что это какой-то трэш. Вот куда-нибудь вот туда, подальше. Так, ребят, нам нужно один айфон спрятать, а то я забыл его даже спрятать сейчас. Так, 13 мы прячем вот сюда, оставляем вот эту 12 Pro Max. Блин, я ему сказал, нафига я его запечатал, я ему сказал то, что, типа, это мой старый телефон, что мне делать? Тут я сам подсел на очко, потому что, блин, вдруг телефон распакует, камни увидит. Может, он вообще какой-нибудь боец, который меня и забьет и поймет, что, типа, я его обманул. Вдруг он Майка с камерой заметит. Но хорошо, что Майк стал так, что камеры вообще не было, на удивление, видно. Короче, я не знаю, что мне ему сказать сейчас даже. Ну, придется нести бред. Я думаю, что надеюсь, что у меня получится. Блин, я очень сильно переживаю. Как же я переживаю? Зачем я придумал снимать такое? Мне очень жалко сейчас будет парня. Ребят, у меня сейчас чувство, что это он сейчас сзади меня подходит. Или нет, не знаю. Да. О, здорово. Ну смотри, короче, вот у меня телефон. Он даже запечатанный. Просто тот, который, про который я тебе говорил, у меня он по итогу слился. Вот, у меня, короче, новый получается. Ну, типа, прям новый. Понятно. А у тебя что за телефон? Смотрю. А что, когда его покупал? Год назад, да? А что, он работает? А, вот работает, да? Разборишь? Просто там камеру посмотреть. Ничего здесь? Нет, не бито. А что тебе стало такое обменевренно сильно и интересно? Обмен? Да, я подумал. Да я тебе говорил, у меня просто чего? Да, камера работает, снимает. Ну-ка, переднюю сделаем селфи. Угу. Да, чё, я просто думал попробовать Android, если честно. Ну, а все Android, как я слышал, они более-менее одинаковые. Я подумал, как бы, ну все равно какой телефон. Не, слушай, мне на самом деле твой телефон очень нравится даже. Я всегда думал, что Android они лагают, знаешь, типа. У тебя он не лагает? Так, чуть-чуть совсем. Местами иногда бывает. Угу. Ну, мне пофиг, если честно. Давай, короче, тогда... Мы с тобой там договаривались вроде на 5000, да, еще? Да. Угу. А тебе сколько лет вообще, кстати? 15. Да. А что, ты в школе учишься, да? Да. А в школе как у многих айфоны? Да, как у полкласса, примерно. А, у полкласса? Ну, может, и полкласс, но что-то 5 точно есть. А, и ты захотел себе айфон, да? Ну, да. Тоже. Ну, все, тогда не буду тебя задерживать, да, в принципе? Спасибо. Распечатаешь, раскроешь. Он там абсолютно новый, там получается, ну, типа, пленка, там, активировать. Но это, типа, дома уже делается. Да. Так, а пароль тут какой получается? 13-42-68. 13-42. Так как он работает? А, вот. 13-42-68. Угу. Так, все. А все твои данные, ничего, что... Ну, типа, я все сотру, да? Ну, все. Ладно. Все. Все, спасибо тебе большое. Давай. Счастливо. Чуваки! Блин, я ожидал, что на самом деле будет посложнее. Я думал то, что он хотя бы, блин, распакует. Я молился, чтобы он, во-первых, не распаковал. Но парень прям такой скромный, что ему вот, знаешь, что скажешь, то он и сделает. То есть я ему только говорю,
ну ты тогда там дома распакуешь, но он запечатанный, да? Он такой, ну да. Я ему говорю, ну типа, что ты ему говорю? Он говорит, ну да. Типа, 5000 ты мне дашь? Ну да. Короче, чувак так охренел, что забыл даже симку из телефона достать. Здесь симка, ребят, смотрите. Я ему, короче, решил позвонить, звонил на этот телефон сейчас просто. Вот, у меня исполняется 2 пропущенных. Что мне делать, я хер знает. Ну все, я пошел догонять его, что мне еще делать? Я побежал его догонять довольно поздно и даже не подумал о том, что его телефон у меня, его сим-карта у меня, как его зовут, я даже не помню, как его зовут и как бы я нашел его в этом огромном городе Москва. Это вообще трындец. Короче, я считаю, что мне повезло. Блин, где он? Его нет. Его нет, чуваки, его нет. Вот он, на переходе. Там, за переходом. Я вообще его не вижу. Вот, походу, на остановке стоит. Нет. Слушай, я забыл, короче. Здорово, сейчас. Я забыл чехол тебе отдать. И у нас тут небольшой ролик. Я просто блогер, вот, и снимаю влог такой небольшой. Я тебе забыл чехол отдать. И хотел, давай мы вместе с тобой распакуем телефон. Посмотрим. Давай, да, тут. А ты ничего не забыл, кстати, забрать? Симку, например. Точно. Я просто офигел от такого выгодного обмена, что даже симку забыл забрать. Блин, да. А это повезло, что я тебя догнал, если честно. Ты сейчас на автобусе обратно? Ну да. Понятно. Давай, симку доставай и... Ладно, потом достанешь симку, распаковывай пока телефон. Давай, отойдем с остановки вот так, где потише. Все, распаковывай. Первый раз распаковывал iPhone вообще. Реально? В первый раз? Да, чекай. Ну да, это такая. Ну все, распаковывай. Где iPhone? Да, я просто хотел твою реакцию посмотреть на распаковку iPhone твоего первого. Ну вот, видишь? iPhone. Да. Да. Вот так вот. Классно. Ну видишь, получается ты, ну типа... Получается, ты сегодня без телефона остался? Да. Мы же с тобой обменялись? Ну все получается, да? Прощаемся? А, это может типа какой-то розыгрыш? Я же менял все-таки телефон. Не, какой розыгрыш? Какой розыгрыш? Все, получается, мы с тобой встретились, ты мне дал 5, ты мне отдал свой телефон, я тебе тоже отдал телефон. Да не, давай ты мне все-таки вернешь телефон. Да не, давай не буду возвращать, что? Ладно, чувак, держи телефон твой. Чем мы сегодня снимали, я тебе хочу сказать, мы снимали, ну, видос о том, как легко обмануть. Не, ну, конечно, это было нелегко, потому что мы подготовились, мы запечатали телефон. Вот, но как бы по итогу видишь, ты его забрал. Да. Да, ты его забрал. Я Егор, я еще сейчас переживаю, потому что я первый раз что-то покупал на Авито и не ожидал никакой такой подставы, и что меня будут снимать на камеру. Да я понимаю, да. Ты такой скромный просто, да, типа, обычно, когда таких. А, отдаете 5, вот, во-первых. Я тебе что хочу сказать, ты в следующий раз, пожалуйста, поаккуратнее. Серьезно, я понимаю, что ты был на эмоциях, что ты, типа, первый свой iPhone шел покупать, но в следующий раз, чувак, реально поаккуратнее, не будь таким наивным. Давай туда отойдем сейчас. Что-нибудь понял сегодня с твоего дня или нет? Да, я не ожидал, что все-таки телефон был запакован, думал, сейчас приеду домой, и все-таки, чтобы не вырыть случайно его не разбить. А тут такое. А, да его разбить боялся, что ли? Мало ли. Не, чувак, когда покупаешь всякую фигню, ну, типа, фигню, не фигню, советы, ты всегда распаковывай, реально. То есть ты всегда лучше проверяй, лучше проверить прям на месте. Деньги ни в коем случае нельзя давать, пока ты все не проверишь, не убедишься, что все работает. Это во-первых, вот. Во-вторых, а прикинь, вот, допустим, ты бы там какую-то сумму денег себе накопил, да, там, не знаю, 1100, допустим, или сколько он сейчас стоит вообще новый, да, вот новый телефон. Вот, прикинь, ты бы, типа, принес 1100, отдал бы вот так вот, и тебя просто вот так вот, типа, уехали бы потом, ну, как бы, с твоими деньгами. Да, было бы обидно. Это... Ну, я вообще помню теперь психологию мошенников, так как я думал до последнего, что я тебя обманул, так как... А, ты думаешь, что ты меня обманул? Да, все-таки, ход на iPhone менять, это не такой самый постоянный обмен. Да, ты, наверное, подумал, что я вообще какой-то лошара, да, типа, да, какой-то, типа, новый iPhone тебе привез, решил поменять на твой Honor. Ладно, что, все получается, да? Я доходчиво объяснил школьнику, чтобы в следующий раз он был немножечко поаккуратнее, отдал ему 5000 рублей, которые у него забрал, отдал его телефон и попрощался с ним. 13-й iPhone еще не дарил. Но, блин, когда он уходил, в его глазах я увидел такое разочарование. Просто вот у парня была мечта, и я ее обломал. Так, не переживай, я ничего не забыл, я просто хочу, чтобы он сейчас опять на остановку пришел. И вот я прям на остановку, перед тем, как автобус у него приедет, я ему прям вот этот вот...
айфончик вот этот подарю. Но чувак реально очень скромный. Вот, вот таких вот обычно и обманывают, на самом деле, в интернете. Все, сейчас ждем буквально парочку минут, прям догоняем и вручаем ему. Я просто даже поверить не могу. Сейчас, смотри, такой расстроенный ушел, реально, то, что у него нет в итоге телефона. Он же приехал сегодня за телефоном, он думал, все, телефон у него в кармане, представляете? И сейчас он уезжает без телефона просто. Еще и сняли на видео его, еще куда-то выложат его, это вообще какой-то трэш. Я бы очень сильно расстроился, если бы я еще не любил сниматься, я бы очень сильно расстроился, ребят. Он такси, кажется, вызвал? Нет. Ты же такси вызвал или что? Да. Реально? Да. Все, чувак, стой. Он уже все стоит такой грустный, тачка его подъехала, и когда он увидел меня, когда я его окликнул, типа, Никит, в его глазах реально появилась какая-то надежда, я это увидел. Короче, он был рад видеть меня, и я попросил его, давай, типа, отойдем, и мы с ним отошли. Смотри, короче, буквально пару твоих минут, можно? Что такое, Егор? Меня опять куда-то ведут. Куда хрена вы меня снимаете вообще? Так, ну что, Никит, в общем, я, знаешь, что подумал? Я подумал, что будет очень обидно, да, если ты, ну, типа, если ты сегодня уйдешь пустыми руками, да, я тебя еще и заснял куда-то. Давай мне этот айфон. Все, он мой, а это твой. Опять камни? Ну, посмотри. Парень был явно в шоке, и вот серьезно, знал бы он меня чуть побольше, может быть, там пару дней хотя бы, ну, типа не впервые, да, меня увидел. Мне кажется, он просто закричал бы от такого подарка, потому что в его глазах было столько радости, вы даже этого не представляете. А, открываешь? Да, 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 прям открывай, прям открывай, конечно. Я вроде думал, что он открыт уже. Не, открывай, вот, распечатывай. Да, давай, подержим. Да, здесь тоже вот такая, офигеть, здесь полосочки, ребят. На новом iPhone 13. Ты уже понял, что это iPhone 13? Ну, походу, да. Да? Охренеть. Ах, это не камни. Не камни, да? Да, это неожиданно. И что, прям реально мне? Ну, да, получается, что прям тебе реально. Ожидал? Нет. Ну, можешь достать реально. Давай, подержу, ты достань. Не разбить бы еще в натуре. Чего-чего? Не разбить, а то такое попаду еще. Да, да, да. Да, давай. Элегантно. Да, вот так вот. Так, ребят, идет включение айфона. Блин, Егор, сколько я тебе должен за это? У меня просто вообще столько даже и не будет. Ну, вообще, давай с тобой, ну, тысяч на пять, давай с тобой, да базаримся тогда. Да не, шучу, на самом деле, типа, не нужно никаких 5000. Твой телефон, чувак, единственное, что хочу тебе сказать, будь поаккуратнее, реально. Ты живешь в Москве, здесь тебя наебут и... убегут. Вот так здесь делают, реально. Тебе хоть понравился? Да, я в шоке, просто офигеть. Спасибо. У тебя пока. Спасибо. Давай, чувак. Пока. Пока. Сейчас увидел, не знаю, можете посмотреть на этот кадр сами, но мне показалось, что Никита там немного всплакнул, потому что, ну, на самом деле я знаю таких людей скромных, да, которые скромные вроде, но очень чувствительные. И вот Никита, мне кажется, один из таких людей как раз-таки. Ну что, я думаю, то, что обрадовал пацана сегодня, конкретно обрадовал пацана. Может, он станет моим подписчиком, и можно будет считать, что я подарил iPhone подписчику, но сегодняшний ролик, ребят, для вас урок. Когда покупаете нам на Авито, на Юле, где угодно, короче, прорекламируем все эти сервисы, чтобы вы, ну, как бы знали, да, вы всегда проверяете. Реально, если не будете проверять, то вас кинут просто так по щелчку пальца и убегут с вашими деньгами. Ну что, поэтому с вас лайк, комментарий под ролик, потому что у меня включились комментарии наконец-таки. Ставьте лайк, пишите комментарии, и я вас всех очень сильно люблю. Блин, не знаю, что вам еще сказать. Надеюсь, что вас обманывать, ребят, никогда в жизни так не будут. С вами был Декстер, всем удачи и до новых встреч.